Приветствую зрителей канала «Правильный выбор». Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор лучших OLED-телевизоров по версии нашего канала. В описании под видео вы найдете ссылки на интернет-магазины, где вы сможете посмотреть стоимость и подробные характеристики представленных в обзоре телевизоров. Ставьте ваши лайки и нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Так вы будете в курсе новых обзоров на нашем канале. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Итак, начнем. Начнем, пожалуй, с телевизора LG OLED 55B9PLA. Это не самый дешевый телевизор на рынке, но отвечает ли он заявленной цене? Размеры 123 см в ширину, 71 см в высоту, толщина 4,7 см, вес 18,9 кг, цвет корпуса черный. Экран OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Что же, характеристики неплохие. Диагональ тоже не подкачала, целых 55 дюймов. Что с разрешением? Производитель обещает 3840 на 2160 пикселей. Качество изображения хорошее, так что поверю. Рекомендованное расстояние от экрана до глаз 232 см. За производительность отвечает модернизированный процессор LG A7 Gen 2. Он достаточно мощный, чтобы хорошо обрабатывать изображение, подстраивать звук. Его можно регулировать через Bluetooth. Операционная система WebOS 4.5. Телевизор обладает искусственным интеллектом, способен обучаться, может предлагать программы и фильмы, опираясь на ваши предпочтения. Им можно управлять со смартфона. Телевизор управляет собственной яркостью, распознает качество исходного изображения, наводит резкость, улучшает детализацию, цветопередача естественная. Что с черным цветом? Отличный черный цвет. Есть датчик освещенности, благодаря которому телевизор меняет яркость в зависимости от освещения в помещении. Действует режим галереи, демонстрирующий пейзажи и виды из разных уголков страны. Спасибо TripAdvisor за обновление картинки в соответствии с сезоном. Телевизор можно повесить на стену, а можно поставить на подставку. Есть кабельный органайзер, куда можно запрятать провода. Есть все нужные разъемы, поддерживается Wi-Fi и Bluetooth. Модель понравится геймерам, поддерживается игровой процесс в формате 4K HDR. Следующий телевизор в нашем рейтинге – Sony KD55AG9. Его размеры 123 см в ширину, 71 см в высоту, толщина 4 см, вес 18,7 кг, цвет черный, панель сверхтонкая. Экран OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц, матрица WRGB. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160 пикселей. Обработку изображений производит процессор X1 Ultimate, обеспечивая естественную цветопередачу и глубокий черный цвет. Технология Pixel Contrast Booster улучшает контрастность. На телевизоре удобно запускать игры, создается эффект погружения в процесс. Есть все нужные разъемы, можно смело подключать разные устройства к входу HDMI и управлять ими при помощи голоса. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Устройство поддерживает Smart TV, операционная система Android 9.0. С помощью Apple AirPlay на телевизор можно передавать видео и аудио с iPhone, iPad или Mac, запустить приложение. Chromecast позволяет подключить к телевизору мобильный телефон, транслировать на экран видео, игры и приложения. Телевизор можно повесить на стену, а можно установить на подставку. Теперь предлагаю вам поговорить о телевизоре LG OLED 55E9PLA. Его размеры 123 см в ширину, 75 см в высоту, толщина 5 см, вес 16,4 кг, цвет черный, диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Тип матрицы OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Телевизор оснащен процессором Alpha 9 второго поколения, поддерживается алгоритм глубинного обучения. Устройство оптимизирует скорость своей работы, настраивает графику изображения, передавая мельчайшие детали, настраивает звук. Обеспечена хорошая передача черного цвета с более чем 8 миллионами самосветящихся пикселей. Они могут индивидуально управлять собственной яркостью. Поддерживается технология 4K Cinema HDR, включая формат Advanced HDR от Technicolor и HDR10 Pro.
Датчик освещенности позволяет телевизору автоматически настраивать яркость экрана в зависимости от освещения. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Телевизор действует на операционной системе WebOS 4.5. Smart TV позволяет настроить режим картины или включить телевизор в заданное время. Устройство можно управлять со смартфона. У телевизора есть все необходимые разъемы. Следующий в рейтинге – телевизор LG OLED 65 C9 PLA. Его размеры 145 см в ширину, 83 см в высоту, толщина 4,7 см, вес 25,2 кг. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Тип матрицы OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. В телевизоре установлен умный процессор Alpha 9 второго поколения с искусственным интеллектом, который оптимизирует скорость работы телевизора и графику. Цветопередача естественная, черный цвет глубокий, насыщенный. Поддерживается технология LG 4K Cinema HDR, звук обеспечивает технология Dolby. Работает режим галереи, демонстрирующий разнообразные пейзажи из разных уголков мира. Провода аккуратно выводятся в кабельный органайзер. Телевизор предоставляет хорошие вопросы для гейминга. Поддерживается игровой процесс в формате 4K HDR. Проходить игры – сплошное удовольствие. Срабатывает эффект полного погружения в игру, который увеличивается виртуальным объемным звуком в формате 5.1. Операционная система WebOS 4.5. С экрана телевизора можно управлять домашними устройствами. Телевизор можно повесить на стену, а можно поставить на подставку. Следующий в рейтинге – телевизор Sony KD65RG8. Габариты экрана 145 см в ширину, 83,4 см в высоту, толщина 5,1 см, вес 20,3 кг. OLED-экран передает глубокий черный цвет и реалистичное изображение благодаря процессору обработки изображений X1 Extreme. Объемный звук обеспечивает технология Acoustic Surface Audio 2. Звучание достойное. Четыре встроенные колонки выдают 40 Вт суммарной мощности. Есть поддержка 4K HDR. Телевизор работает под управлением операционной системы Android 8 Oreo. Есть функция Smart TV. Потоковые сервисы быстро загружаются и обладают поддержкой разрешения 4K. За счет совместимости с Google Ассистент и Amazon Alexa телевизором можно управлять голосовыми командами. Есть возможность записи телетрансляции на USB-карту. Причем пользователь может смотреть один канал, а запись делать с другого. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Используются все необходимые разъемы. Телевизор можно вешать на стену, можно устанавливать на подставку. Завершает наш обзор телевизор от компании LG, модель OLED 65 W9 PLA. Размеры 145 см в ширину, 82 см в высоту, толщина 0,4 см, вес 6,7 кг, цвет черный, диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Этот сверхтонкий телевизор создан для того, чтобы его использовали на стене. Тип матрицы OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц, цвета естественные, черный, натуральный, глубокий. За производительность отвечает процессор Alpha 9 второго поколения. Используется алгоритм глубинного обучения искусственного интеллекта. Телевизор способен оптимизировать скорость своей работы и графику, настраивать изображение с хорошей степенью детализации. Телевизор позволяет полностью погрузиться в игру. Благодаря совместимости с G-Sync для игр на большом экране обеспечивается плавный и быстрый игровой процесс. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора – 274 см. Есть все необходимые разъемы. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, операционная система WebOS 4.5. Интеллектуальная система настраивает не только изображение, но и звук в соответствии с размерами помещения. Звук можно передавать по Bluetooth. Итак, я познакомил вас с топом 6 лучших OLED-телевизоров по версии канала «Правильный выбор». Все модели очень достойные, у них хорошее качество картинки, естественная цветопередача, идеальный черный, высокая производительность. Поддерживается технология искусственного интеллекта и многие другие важные функции. Выбор за вами. Делитесь своим мнением в комментариях, задавайте вопросы. Переходите по ссылкам под видео, чтобы прочитать подробные характеристики и посмотреть цены. Подписывайтесь на наш канал, у нас много новых интересных обзоров, нажимайте на колокольчик и ставьте ваши лайки.